Всем привет! Привет от Диты из Канады. И сегодня мы с вами пойдем в Massimo Dutti. Сразу предупреждаю, что видео будет грустно. Может быть, не стоит об этом говорить в самом начале, но тем не менее. Даже вот посмотрите витрины. Честно, я знаю, что Massimo Dutti – это магазин такого дизайна довольно минималистичных вещей, базовых вещей, базовых цветов и базовых фасонов. Но, знаете, ну вот просто, если честно, то достал. Уже просто достал. Я не вижу в этом большой красоты. Я признаю этот стиль как стиль. И возможно, что очень многим людям это нравится. И очень многие люди как бы в восторге от того, что продает Massimo Dutti. Мне тоже нравится магазин Massimo Dutti. Некоторые вещи, вернее, в магазине Massimo Dutti. Мне нравится, что в магазине можно купить шелковые вещи, вещи из натуральных тканей на распродаже за более или менее, скажем, такие вменяемые цены. Но мне не очень нравится как бы их дизайн и их подход к тем вещам, которые они продают. Кстати, вещи из натуральных тканей в Massimo Dutti становятся все меньше и меньше, к сожалению. А цены становятся все выше и выше. Я даже вот не знаю, как бы комментировать. Мне трудно даже комментировать, потому что комментировать нечего. Ну вот вы видите очень обыкновенные, очень стандартные вещи, которые отличаются, вернее, не отличаются никаким дизайном, с моей точки зрения. Опять же, я понимаю, что, видимо, есть люди, которым это нравится, и люди, которые это любят. Я тоже могу одеться в черное платье и в какой-то такой, знаете, с минималистичный фасон и расцветку, ну, не всегда, но вот все время одно и то же, такое, знаете, никакое, блеклое, незаметное, неотличимое вообще ни от чего. Вот висят вещи, на которых, ну, совершенно не останавливается взгляд, понимаете? А больше того, я вам скажу, что вот эти вот спортивные штаны везде, вот сплошные спортивные штаны, спортивные костюмы. Это как вот, знаете, пошла вот эта вот мода с начала пандемии, так вот и вот спортивные костюмы. Ну сколько же можно? Слушайте, в конце концов уже просто надоело. Вот такое вот совершенно базовое, абсолютно базовое черное платье, в котором абсолютно нету абсолютно ничего. Опять же, состав меня, я проверила, состав синтетический. И вот эти вот майки с плечиками, которые уже были в прошлом году и в позапрошлом, по-моему. И, по-моему, они уже немножко вышли из моды даже, в общем-то. Ну, во всяком случае, это не такой уже пик моды. Я не знаю, может быть, это у нас в Канаде. Опять же, повторюсь, потому что у нас очень все плохо с поставками. Просто очень все плохо. И в каждом магазине заходишь и просто хочется плакать. Также и вот в Massimo Dutti. В принципе, да, у них такой стиль и такой дизайн. У них, в принципе, это я знаю, но у них иногда попадаются очень интересные вещи. Ну вот самой интересной вещью оказался вот этот вот пиджак, который я потом проверила состав. Он из 100% льна. Ну, как сказать, интересный. В общем-то, такой пиджак не заметишь издали. Цена у него не маленькая. Да, состав натуральный лен, 100%, что хорошо, конечно, замечательно. И к нему вот были вот такие же брюки. В общем-то, можно было сделать комплект. Да, это симпатично, это приятно. Но это вот, знаете, можно сказать, самая броская вещь в магазине. Самая яркая. Дело даже еще и не в этом. Примерочные, кстати, были открыты. Дело еще вот в чем. Так вот я бродила, пыталась что-то найти интересное. Ну, вот знаете, что-то интересное. Хотя бы, чтобы вот как-то что-то, чтобы меня вдохновило, воодушевило. Вот эта блуза тоже. Это, ну, так, как бы яркая вещь в магазине. По сравнению с серым, черным, белым и бежевым, она выглядела ярким пятном. А еще одна была такое яркое пятно, вот там вдали она висит, такая блузочка желто-оранжевого цвета. Были какие-то платья немножко такие цветные, но в принципе все вещи такие очень-очень-очень-очень базовых цветов. Ботинки эти, кстати, туфли
Вот эта вот эмблема Гуччи не дает покоя Массимо Дутти. Они каждый год либо сумки, либо туфли делают вот с этой вот гуччевской пряжкой, как бы вдохновляются. Кстати, вот такие босоножки продавались в Заре в прошлом сезоне. Я не купила, не было моего размера, ну, точно один в один. В Заре они стоили, по-моему, не помню, мне кажется, что на сейле они были за $20, а так они стоили, по-моему, 60 или что-то такое, значительно дешевле, чем... Массимо Дутти. Да, вот эта рубашка, она тоже была яркая. Она была, ну, такая яркая. Ну, в общем, очень-очень обычный фасон, очень обычный спокойный крой, но вот хотя бы цвет, хоть чуть-чуть, хоть что-то. Должна сразу сказать, что я в этом магазине снимала, все мои видео из Массимо Дутти я снимала в этом магазине. Снимала 150 тысяч миллионов раз. Никому до меня не было никакого дела. В этот раз мне сказали, что снимать у них нельзя. То есть... Абсолютно, абсолютно невозможно даже представить, как, почему и что. В магазине не было ни одной живой души, кроме меня, бродящей с телефоном. Двух продавцов, которые мило щебетали, мальчик и девочка, делясь тем, что как они провели предыдущий день, кто им звонил, кто им не звонил, с кем они встречались, с кем они не встречались. В общем, они так мило между собой беседовали. Слава тебе, Господи, не обращали на меня никакого внимания. А пока не появилась милейшая девушка, видимо, менеджер, задала мне такой, знаете, странный вопрос. What bring you to our store today? Что означает, что привело тебя в наш магазин сегодня? Я немножко так поперхнулась, типа, а что может меня привести к вам в магазин? Я сказала, шопинг, она сказала, окей. А потом, через пару минут, она сказала, мне кажется, ты снимаешь. Я вижу, что ты снимаешь. Я говорю, да. Она говорит, у нас запрещено снимать в магазине. И... Я говорю, что вы знаете, что я когда делаю шопинг, мне удобно, вот я фотографирую вещи, потом я прихожу домой, и мне потом легче вспомнить, что я хотела купить, что я не хотела купить, на что она мне сказала, ну окей, ты можешь вещь саму снимать, сколько она стоит, вот баркод, чтобы потом тебе найти ее на веб-сайте. Но вот здесь, вот где-то вот в этом моменте, вот на этом вот платье, по-моему, это произошло, но ты не можешь снимать общий план магазина. И я сказала, окей, спорить с ними бесполезно, потому что они в своем магазине имеют право устанавливать любые правила, хотя в Онтарио разрешено снимать в общественных местах, но любой магазин имеет право запретить мне снимать, поэтому спорить бесполезно. И поэтому после этого все мои съемки вот пошли вот таким, вот, знаете, ценник, а потом я как будто бы снимаю баркод, а потом чуть-чуть таким общим планом, чуть-чуть я отходила и снимала вот эту вещь, чтобы делая вид, что я просто снимаю это как бы для себя. Кожаная куртка-косуха, между прочим, малюсенькая, такой странный дизайн, знаете, вот сейчас был моден очень оверсайз, очень много лет, и вдруг вот я вижу такая, знаете, коротенькая куртеночка. В общем, меня немножко обескуражил этот запрет съемки, потому что я люблю снимать в этом магазине и часто это делала там. Но дело в том, что как бы ничего нельзя поделать, что есть, то есть, как бы спорить с ними бесполезно. Она начальница, она устанавливает правила. Еще раз повторюсь, что продавцам было совершенно все равно, что я делаю. Вот какая-то девушка-начальница, она меня увидела и решила покомандовать, проявить свои, так сказать, менеджерские качества. Кстати, у них есть небольшая распродажа. Я так понимаю, это вот эти самые special price. Они, по-моему, 30%. Я, по-моему, сняла, сколько процентов у них сейчас скидка на вещи. Вот эти пиджаки, они как раз относятся к этой special price. Примерок не будет сегодня, девочки, сразу скажу. Я прошу прощения. Во-первых, я не нашла ничего, чтобы мне захотелось померить. Ну, вообще абсолютно ничего. Да, вот 30% – это первое. Второе, я разозлилась ужасно, потому что мне опять запретили снимать. И, в общем, от злости как бы подумала... Ладно, я вернусь сюда в следующий раз, может, будет побольше товара, может, у меня будет лучше настроение, может быть, мне захочется что-то примерить, потому что в примерочной, да, снимать можно, она мне, кстати, сказала, если ты хочешь снимать примерочной себя, то пожалуйста, а вот в магазине вот так вот как бы нет, нельзя. Меня это удивляет и поражает, потому что мне казалось, что они должны были бы радоваться каждому клиенту, потому что в магазине вот за все время съемки, кроме меня, не было больше никого, ни одного человека. И вообще, каждый раз, когда я прихожу в Массимо Дутти, если там, когда есть распродажи, то там, может, еще ходит два человека, кроме меня. А когда нету распродаж, то там вообще никогда никого нету, потому что Массимо Дутти
Для нас в Канаде это магазин довольно дорогой. Он очень оверпрайс. Он просто невероятные цены в нем. И, в общем, поэтому как бы в народе он не пользуется популярностью. У нас в Massimo Dutti магазинов на все Торонто, по-моему, 3 штуки или что-то такое. Так что вот так. Ну, что вам сказать, девочки? Я надеюсь, что вы послушали мою историю. Я надеюсь, что в следующий раз я вернусь и найду что-то себе примерить. И уже из примерочной буду спокойно снимать, без всяких препятствий. А на сегодня всего доброго, люблю, целую. Очень буду рада, если вы поддержите мой канал подпиской и лайками. До следующей встречи, люблю, целую. Пока-пока, ваша Дита.